фильм жду с самого начала вообще работы. Слежу, подписана на страничку, вся в мурашках. Уже 100 раз пожалела, что накрасилась, потому что явно будет много слез. После киевской премьеры мне много друзей позвонило, сказала свои впечатления. Еще больше меня подогрело. Я вот оставила ребенка с мужем. С температурой приехала, потому что это нельзя пропустить. Я специально не спрашивала, что там и как. Вот, смотрю на фотографии и вижу, что это то, что я всегда мечтала сделать, не сделала. И это воплощение моей идеи, слава богу, про другое село, мое место силы. И понимаю, что у каждого из нас свое место силы. И слава богу, что нашлись люди, которые смогли сделать, воплотить, показать. Я от количества людей, которых я не видела 1000 лет, очень взволнована, очень рада всех видеть. Потом испытываю чувство благодарности к Тане, что она создала такой проект и собрала нас всех. И вообще хочу предложить, чтобы как-то раз в год вот был день села Криничного в Одессе. Не знаю, пусть Киев и Измаил думают сами, но мне кажется, это отличная идея, потому что годы идут, и мы не видимся годами. Что я ожидаю, я не знаю. Я, начиная с сегодняшнего утра, у меня такая дрожь нетерпеливости, наверное. Там Таня намеки давала, что фильм будет посвящен нашей бабушке. И даже само воспоминание об этом уже заставляет меня плакать. Я маленький анонс из Киева, уже катились слезы. Я надеюсь насладиться полностью этим фильмом. Не дивлячись на те, що це в наш вже другий показ, хвилювання від того не менше. Тільки от відчуття такі, що я багато говорила про фільм і про цей проєкт, як про те, що це моє дітище, то я можу сказати, після першої прем'єри в Києві я відчуваю, ніби моя дитина вийшла заміж і пішла з хати. Я не знаю, що я буду робити після того, як ми завершимо всі покази, і як не буде такого моменту, що я буду працювати над фільмом. Тому що це було дуже багато емоцій. Це було дуже багато дуже цікавих людей, які приєдналися до проєкту, які об'єдналися навколо проєкту. І багато нових знань. Я думала, що я все знаю про своє село. Насправді, коли я пірнула в цю роботу, я так багато дізналася. І ці знання, і ця пам'ять, яку мені вдалося, нам всім, нашій команді вдалося зберегти, ці знання, ну, вони змінювали мене всередині, ще більше давали мені почуттів до моєї рідної землі. Наскільки вона важлива, наскільки важливо знати це. Наша країна і от саме той куточок рідний, в якому я виросла. Там, де я якраз усвідомлюю себе, хто я є. Де мені не треба чіпляти маски, де мені не треба нікому доказувати щось, де мої батьки, де мої жили діди-прадіди. І в такому шаленому місті, де все дуже швидко змінюється, тільки там, коли я приїжджаю там, максимум, що може змінитися в нашому селі, це хтось перекрасив забор в інший колір. І от саме оця стабільність, от саме оця тиша, яка там є, вона дуже рідна і вона тягне. Про що мій фільм? Він про життя і тугу за місцем сили. Він про життя криничанців, яким воно є. Ви не побачите в моєму фільмі експертів, науковців, вчених якихось. Ви побачите старих людей, ще свідків тої живої пам'яті. Коли ми завели сторінку 9 серпня, здається, це в перший день наших зйомок, то мене здивувала кількість людей, яка підтримала цей проєкт. Для мене це свідчить тільки про те, що тема актуальна, вона торкається, і ви так само відчуваєте, як і я. Дуже дякую за кожне слово, яке вчасно зцілювало, втішало,
давала якийсь напрямок, і коли хотілося скласти руки і сказати, ні, я більше не буду нічого робити. От саме ваша віра і підтримка штовхала нас іти вперед всіх. Я про нее скажу еще кое-что. Она очень жестокий человек. Она издевалась надо мной последние 4,5 месяца так, как надо мной не издевался никто. А в прошлое воскресенье, когда у нас была премьера этого фильма, ну они вообще меня разорвали. У меня увеличилось 2 раза количество седых волос. У меня есть 2 рубца на сердце. Я до этого считал себя очень устойчивым, психологически устойчивым человеком. И считал, что это невозможно, да, у них это получилось. Поэтому теперь мне уже легче. Я знаю, о чем я говорю. И вот то, что вы сегодня увидите, это настоящее. Оно настоящее. Оно о самом главном, о том, что из нас делает людей. Все остальное, вот на фоне этого, это шифрование пустоты. Чи законі не каза, то няшки? Ваше спосіб. Горе, то не затерпіте з чаї. І ми ще й бовгарськими вулицями, і купарнатки, сетне-сетне, до Украї, сетне. Благодарны вам, Татьяна, Виктор, что вы нашли друг друга, нашлись тандем творчества и возможностей, и это прекрасно. И този фильм треба да стане пример за одна цепна реакция, да кажем така. А во всякий один род, во всякую одно село има много бележити события, дати, истории, личности, герои. За чушмилийцы какво да говорим? Ти винаги са едни от, може, прогресиращи во много. И то с филма ти показаха, че винаги са напреднали, винаги с огромно желание да оцелеем. Браво на чушмилий! Браво, че ви подарихте не на чушмилийци само, ви подарихте на българите и от Украина, и въобще на българите и на страница от историята, която в такъв вид е запечатлена и в такъв вид ще бъде предадена. Браво на вас! А този арпаджик, това е просто един героически път. И минаваме с колата по пътя и виждам цялото поле пълзи, палатки. Просто със сълзи им целувах ръцете за този труд. Когато прочетах във Фейсбук, че презентацията събрала много чешмилийци, погледнах колко. Погледам тук, мнозината е чешмилийци все пак. Нали, има и гости, и от други. Колко остават в чешмилий хора? Остават ли? Я не българин, но то, что я увидел сегодня... То, что я увидел сегодня, это заслуживает всей похвалы и заслуживает всего признания. Я хочу сказать, что Татьяна и Виктор сделали то, что должно делать Министерство культуры. И когда я это говорю, (плодисменты)
И когда я это говорю, я не шучу, потому что я очень часто критикую носителей властных полномочий. И завтра, скорее всего, я напишу целую статью об этом, что Болгарии сделали больше, чем министр культуры. Я бы даже сказал, что вижу в этом фильме немножко политики, правдивой политики, политики, направленной на сохранение территориальной целостности Украины, на проявление уважения к украинскому языку и в то же время утверждение перед властимущими и носителями должностей в Украине, что они должны уважать культуру, быт, идентичность других народов. Много личен момент. Просто дълбок поклон за труда, който сте вложили и ефекта, който постигате. Чушмели. Беше казано Шумен, Провадия, Кюлевча, Мадара, Нови пазар, Могила. Това просто е нашия район, откъдето ние идваме, където са нашите родители. Нашите близки в момента. И сме тук, аз, семейството ми и двете деца. Трябва да почитаме традициите. Не трябва да забравяме откъде сме дошли, на къде вървим. Трябва да обръщаме внимание на децата си. Мисля, че точно това беше посланието и във филма. Обичайте България, обичайте Украина. Бъдете българи. Оператор-постановник и режисер монтажу, який разом зі мною монтував дні і ночі цей фільм, Ян Лалюк. Оператор-постановник, майстер крупних кадрів, всі крупні кадри, які ви бачили тут у фільмі, це заслуга нашого маленького Дмитра Богача. Фольк-фотограф, фотографії якого розбудили таку хвилю емоцій і вражень на нашій сторінці, Олександр Барон. Цю музику, яку ви чули у фільмі, писалася з великою любов'ю і з великим болгарським серцем Олексій Маковський. З нами ще нема багатьох. Залишилася у Києві Тетяна Доценко, яка разом зі мною оці кілограми текстів перекладала ночами також. Заріна Арчакова, яка допомагала мені робити ці всі художні образи, вона режисер і документаліст. І я хочу вам представити, з нами сьогодні одна з героїв, Тетяна Янчева-Дукова і Кирил. Не знаю, чи ви його впізнали. Як ви думаєте, за скільки часу був зроблений цей фільм? Ну, ви всі слідкували, ви всі знаєте. Але в такі короткі сроки це, можливо, було тільки завдяки оцим людям. І завдяки допомозі самих криничанців, які дуже нам допомагали в період зйомок. В кого є якісь, може, питання? Я немножко волнуюсь. Де би то вино взяти зараз? Воно буде після. Хотів би, ви поставили точку цієї ідеї, яку ви хотіли сказати людям, названням фільму. Дуже глибоке названня. Хотілося б узнати, скільки варіантів і як ви його родили. У мене був цілий перелік назв, над якими я дуже довго думала. Я от просто собі їх записувала, от приходила в мене. Ну, я працюю над матеріалом, так? Я його збирала, його знімала. Разом з командою ми все це думали. Я представляла ці назви всій команді. Вони кажуть, ні, треба подумати. Да, треба дійсно, щоб воно відображало те, от саме ту суть, про що фільм. І я вибрала, от було дуже важко, тому що всі назви насправді дуже круті. Але дві назви, з якими я лишилася в кінці, вони відображають просто дві сторони. І я прийшла, я пам'ятаю, Віктора, піднімись до нас, будь ласка. Ми сиділи в офісі в черговий раз, і я кажу, в мене ділема, я не знаю, що робити, в мене дві назви, я не знаю, яку назву давати цьому фільму. А, ну, як я зазначала,
на київській прем'єрі, і Віктор про це сказав, а Віктор не бачив абсолютно фільм і весь матеріал до 9 грудня. Він разом з усіма глядачами дивився цей фільм. Це найвищий ступінь довіри насправді. Дякую. Я представила дві назви. Віктор, я дивлюся на назві «Місце сили», Віктор посміхнувся. Ну, він взагалі рідко проявляє якісь емоції, але він посміхнувся і каже «Воно». Я його так відчуваю. І насправді це дійсно так, як і я відчуваю. Хочу в першу чергу сказати огромне спасибо всій команді. Проделана огромна робота. Спасибо, ребята, на самом деле очень круто. Я вижу, какая работа проделана, и знал по ходу, как вы делали. На самом деле, очень серьезно. И хочу вас поблагодарить. Это останется в наших сердцах очень надолго. Как это часто бывает, только приоткрыли ящик Пандоры, и нам следует ждать чего-нибудь еще. Насправді, коли ми тільки починали, от чесно вам кажу, ми не розуміли, який резонанс оця подія викличе. Ми не розуміли, як, наскільки, ну от як далеко він піде. Вже є дуже багато ідей, підкинутих Віктором вже. У нас багато матеріалу, тільки від Криничного, а є ще дійсно багато унікальних сел, багато, про які хочеться розказати, які хочеться зберегти пам'ять. Будемо над цим працювати. Ви говорили про вопроси. Діло в тому, що вопроси були до того, як ми сюди зайшли, и до того, как начался фильм. После того, как мы посмотрели фильм, вопросов не осталось вообще никаких, кроме того, что низкий поклон. Потому что были слезы, был смех, опять слезы. Спасибо за то, что моя дочь плакала. Это дорогого стоит. Спасибо большое. Я хочу вам, Тетяна, і Віктор, сказати велике спасибі, тому що я трошечки познайомилася з болгарською культурою, тому що я болгарська булка. Так, ось, було дуже цікаво, дякую вам за таку роботу. Мені трошки не вистачило сіріні. Очень интересная история операторов-постановщиков. Скажите, вот вы же не связаны с селом, насколько я понимаю, верно? Каким образом Татьяне удалось вас привлечь, и какие ваши впечатления после работы в полевых условиях? Ну, на самом деле я снимал до этого для ребят из конгресса и актива болгарского, поэтому мне это не в диковинку, имею в виду это все. Но в документалистике это первый опыт, и это круто. Очень интересная история была. Мы познакомились в июне месяце после КВНа, показывали мой ролик, и после этого была такая автопати. Мы познакомились с Таней, она узнала, что я снимал, и говорит, пошли выйдем на улицу. И говорит, есть такая идея снимать документальный фильм о моем селе, о болгарах. Я говорю, все, да, давай, звони, я в деле. Ты все. Я не болгар, я украинец. Попал в гости к Татьяне первый раз в село к ней. Мы с друзьями, целой толпой приехали. Я влюбился в это село, в эту гостеприимность, в этих открытых, чистых людей. Этого в Киеве очень мало, этого практически нет, все носят маски, это все без масок, все настолько естественно и чисто. В принципе, вы сегодня видели все, что на экране было. Вы сказали одну из множества песен, которые вы запомнили. Я так ждала, что вы ее споете. Может, вы это последнюю пели ее? Про раду. Таке саме питання було в Києві. Певно, треба було дописати, що це... В кінці в титрах написано, що цю пісню заспівала Марія Бальчева. Пісню мені надала своїх записів Тетяна Янчева-Дукова. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо збірник тих зібраних пісень, про які вона казала, що понад 600 чи 800 пісень є записаних. Я дуже вам дякую. Готова руки цілувати просто за те, що ви зробили.
Но тем не менее, нажали, хоть немножечко той песни, которую вы запомнили от бабушки. Хоть чуть-чуть. Напеть? Да. Вона жартівлива. Пасла і баба, три сюрія падки, пасла і баба, три сюрія падки, сенделя-менделя і папа, три сюрія падки, сенделя-менделя і папа, три сюрія падки. Сіднала і баба на люту ту свинці, сіднала і баба на люту ту свинці, сенделя-менделя і папа на люту ту свинці, сенделя-менделя і папа на люту ту свинці. Разгинала і баба бяла та сі пазва, разгинала і баба бяла та сі пазва, сенделя-менделя і папа бяла та сі пазва, сенделя-менделя і папа бяла та сі пазва. Намярила і баба три гудиш на вашки, намярила і баба три гудиш на вашки, сенделя-менделя і папа три гудиш на вашки, сенделя-менделя і папа три гудиш на вашки. Извикала і баба терсила касапі, извикнала і баба терсила касапі, сенделя-менделя і папа терсила касапі, сенделя-менделя і папа терсила касапі. Добяши баба жувать, а щайши, да будена счастлива-то. Я хочу поблагодарить Анну Афанасьевну Куртеву, маму Виктора, которая все это время переживала за это все. Она писала всем нам криничные, она удивлялась, она просто тоже прониклась. Передаем все ей привет, потому что она была все это время на пульсе вот этого фильма и все время переживала, куда они переезжают, что они делают, что снимают. Спасибо ей, что у нее такой сын, который помогает последующему нашему поколению выживать, помнить о своем селе. Спасибо. Продолжая кулинарную тему, я знаю, что ты очень любишь и вкусно готовишь, и в фильме были такие аппетитные кадры. Вопрос, не думаете ли вы о кулинарном шоу каком-нибудь или программе? Ну, насправді, певно, це лежить на поверхні. Якщо те, що ми думаємо, про що ми думаємо і плануємо, воно так є і в ваших головах так само. Це круто. Я думаю, що Віктор скаже про це, ні? Ви знаєте, є такий общеізвісний тезис, що тільки в любові рождаються дуже умні і красиві діти. И это имеет смысл, и это правда не только в прямом, но и в переносном смысле. Вот. Ну, в этом случае было все легко. Мисс Сила, оно как бы любимое и мое, и ее, и в принципе наш первенец, ну, я считаю, вышел достаточно неплохо. Есть другая известная фраза. Вот увидеть Париж и умереть. И Таня последний месяц себя ведет очень странно, она вот мыслит категориями, вот показать вот место ссылы и умереть, да? Но мы не можем этого и позволить. Поэтому придется рожать и дальше, и желательно по любви. Кулинария — это на поверхности. Вот, ну и плюс я на самом деле очень люблю готовить и постоянно готовлю в компании нашей, вот готовлю я. Вот поэтому эта идея на поверхности, мы ее обязательно сделаем, причем обязательно, ну как бы в короткое время. Но я хочу сказать вот что. Вот Дора Костова говорила, что за последние 200 лет на этой территории сменилось 9 государств или режимов, да? Очень трагично. Но история не началась 200 лет назад. Когда в V веке нашей эры развалилась Большая Гунская империя, которая начиналась на севере Китая и заканчивалась примерно на территории современной Италии после смерти Аттилы. И вот это вот огромное образование
развалилась на много мелких и на два крупных государственных образования. Это Хазарский Каганат и Булгарское царство, Булгарское ханство с центром в Полтавской области, которая занимала 2/3 в современной Украины. И вот это была цивилизация. У хана Кубрата была цивилизация. И не просто так эти 5 колен, одно из которых ушло на Балканы, причем оно сначала ушло в Бессарабию. Хан Аспарух и примерно 7 тысяч болгар ушло в Бессарабию, ну где-то в районе Мисцисылы. Прожило поколение, только потом форсировало Дунай и ушло туда на Балканы. И дала фактически государственность вот тем славянским народам, которые там как бы там жили. Если с этой стороны на это посмотреть, то мы не, ну, наши предки 200 лет назад не приходили в Бессарабию. Они возвращались на родину. Это очень важный момент. И мы обязательно на эту тему снимем шедевр. В фильме я, как и каждый икринячанец, увидела свое родное. Все видят красивую картинку, видят то, как сделано. Всем все нравится. И хочется спросить, были ли у вас какие-то препятствия, какие-то проблемы на пути к этому? Всю кардіограму моїх емоцій ви могли побачити у Фейсбуку, хоча я намагалася не виливати якийсь негатив, який, чи там якусь свою втому. Ви про це ніколи не дізнались би з сторінки. Реквізиту нема. Та героїня, під яку я писала сценарій, вона відмовилася в останню хвилину приймати участь. І, ну, і це було дуже стресово для мене, тому що окрім того, що я беру інтерв'ю, мені треба було, ну, як продюсеру, да, там все приготувати, налаштувати весь реквізит. Ну, все висіло на мені. І, ну, так як хлопці, вони не знають нікого з села, вони, ну, не могли мені якимось, хоча всі намагалися допомагати, чим могли. І я переписувала сценарій під іншу героїню, яку я вже знайшла під час завдяки Тетяні Янчевій. Вона мені допомогла, каже, я знаю, хто зробить роботу, да, хто виконає її. Так ми опинилися у Баби Марії, у Баби Варки. До мене звернулася також одна вчителька з школи і каже, Тетяно, я знаю, що в тебе є свій сценарій. Я знаю, що ти там щось знімаєш, але є людина, яка стільки може розказати, і починає мені коротко розповідати. І я розумію, що я і його маю зняти, я не можу його не зняти. З самого початку зйомок, ще сценарію зйомок, і це був гіперемоційний період, дуже багато сліз. Вопрос був взагалі о сложностях, я вам скажу. Как-то лет 20 назад в університеті мой преподаватель по проектному менеджменту меня учил. Он говорил, Виктор, запомни, не так тяжелы первые 80% проекта, как вторые 80% проекта. Я тогда не понимал, о чем он. Вот, потом понял, но это вот о нас. Воскресенье, 9 число премьера, а они мне в пятницу вечером рассказывают, то не готово, там не докрасили, там перекрасили, в титрах не то, не те птички, надо поменять птичек, потому что эти в Криничном не водятся. Ну, это было. Понятное дело, бюджет пересматривался в 5 раз и в конечном итоге вырос в 10, но это не важно. У нас появился любимый, очень красивый ребенок. Мне запомнился момент, когда это самое. Она посмотрела на меня, Таня говорит, слушай, говорит, ну для этого, для первого эпизода там на этой подводе, значит, мама есть, дети есть, отца нет, папы нет. Я говорю, вы будете. Я говорю, ну что делать, как и такой женщине красивой можно отказать? Я говорю, все, согласен, вот с тех пор как бы все это пошло. Сказать, что фильм превзошел ожидания, это ничего не сказать. Особенно для выходцев, для уроженцев села, у которых душа болит и память кричит. Этот фильм – своеобразный знак,
знак того, что не стоит забывать. Стоит чаще наведываться в родительский дом. Вот этот год знаменателен для нашего села. Как, на мой взгляд, я такого большого внимания к селу не видел. Это была и презентация книги, и теперь фильм. Что касается самого фильма, я знал, что он снимается. Я следил, ну так, одним глазом за процессом вот того, что было в Фейсбуке. Вот, я как бы скептически думал, что ж там они такого там сделают и как они это сделают. Вот критически относился с заблаговрением, ну вот заранее к этому. Когда я увидел в Фейсбуке репортаж о премьере в Киеве на странице у мамы, Витиной мамы, Анны Афанасьевны, и видел там, как люди отвечали, как реагировали, я понял, что тут что-то такое, что надо посмотреть. Вот. Ну и я ожидал, там исторический фильм будет, там какой-то документальный фильм. Ну вот, уже с самого начала фильма я понял, что это фильм про любовь. Все остальное лишь подчеркивало эту любовь с исторической точки зрения там, и так далее. А когда уже после фильма Виктор сказал, что это вот дитя, рожденное по любви, я понял, что я думаю так же, как и они. Это действительно дитя, рожденное в любви. И я им желаю быть многодетными. Все было неожиданным абсолютно. Я даже не подозревал, что может быть настолько прекрасно. Вот эти наши родные пейзажи, к которым я привык с детства, я никогда не видел их на большом экране. Это так здорово. Оказывается, у нас так красиво. Ну и все эти истории. Я слышал их с детства, от дедушек, от бабушек. Но... тоже в детстве не все не так воспринимается. А сейчас, в этом возрасте, уже я уже не спрашиваю об этом, уже моих дедушек и бабушек нет, к сожалению. И вот услышать их сейчас, это так трогательно, это так все грустно, что так было. И в то же время хочется об этом нужно знать, хочется, чтобы об этом снимали, чтобы об этом говорили, чтобы это не повторилось никогда. И очень волнительно было. Я очень много узнал о том, что было, того, чего я не знал. Очень многое подтвердилось из того, что я слышал где-то когда-то. Для меня это было просто феерично. Этот фильм собрал в этот зал столько болгар, что просто приятно смотреть, что все они пришли сюда и сказали: «Мы болгары, мы любим свое болгарское, мы любим свои традиции, мы любим свои народные песни». Мы болгары. И это главное, что объединяет этот фильм. Болгары объединяет. Конечно, работа очень трудная, очень сложная. Мне, например, не хватило свадебных обычаев, обрядов, показать свадебные обряды. Но я думаю, что Татьяна в следующий раз восполнит этот недостаток. А в принципе, фильм очень приятный, вызывает иногда слезы, радость, улыбку. Очень приятно, что очень много молодежи пришло и что наконец-то появляются хорошие, качественные фильмы, снятые нашими земляками для наших земляков. И, к сожалению, действительно очень жалко, что нету поддержки на государственном уровне. Но, с другой стороны, очень приятно, что это стимулирует нас еще больше сплочаться и что-то генерировать. И делать это с удовольствием и действительно оставляя частичку сердца в каждом своем проекте. Держал на грани. Вот все рассказы и старых жителей, все рассказы молодежи, они трогали, но не до конца. А вот слова Татьяны Яневой Дуковой меня вергли вообще в слезы, такие, что я не могла уже совладать с эмоциями. Это когда ты можешь... Как можешь досидишь у вас и досиут криш без стука свой таси вранченко. К сожалению, на данный момент мой тавранченко закрыто. Без стука свеки там нямайки доляза, поэтому призывам вам досинка-то молодежь, пока има тяжуви родители и има тяты с вранченко дед дают крити. Дводитесь и открывайте, и помняйтесь родину-то, и помняйтесь маленькую свою родину, и любите ее.
Ваш проект, ваш фильм попал в самую точку. То есть мы смотрим вверх, а забываем про свой низ. Соответственно, вы заставили нас задуматься о своем фундаменте, откуда мы произошли. Чтобы идти вверх, нужно помнить о своем прошлом. Это не только об этом стиле фильм, но о каждом другом, которых миллионы. И сегодня я задумалась над тем, как давно я звонила своим родителям и своей бабушке. И после вашего фильма я позвонила бабушке и спросила, как дела. Хотя уже было поздно. Впечатление одно большое, сильное, что это настолько сильная, мощная работа, которая вызвала и смех, и слезы. И, к сожалению, больше слез об утраченном, о том, чего не осталось. И надежда, что мы наконец-то вспыхнем, что у нас сознание наше наконец-то начнет думать о том, что вот то, что за нами, это наша сила. Вот место силы, то, что за нами, то, что нас держит, вот наша сила. Если люди плакали, значит, за душу взяло. Спасибо всем большое.